перейти к вопросу обсуждения непосредственно аутсорсинга питания, мне хотелось бы отметить положительный опыт внедрения в нашем учреждении аутсорсинга по другим направлениям. В частности, в городской клинической больнице скорой медицинской помощи имени Ваныкина успешно функционирует аутсорсинг по охранным услугам, техническому обслуживанию медицинского, рентгенологического, технологического оборудования, техническому обслуживанию автоматической противопожарной сигнализации, видеонаблюдения, вентиляции. Также на аутсорсинг питания переданы такие услуги, как стирка белья, оказание услуг по ликвидации аварий и повреждений внутренних инженерных сетей. На оказание ряда услуг требуется специальный разрешительный документ, но ряд услуг, которые могла бы выполнять больница собственными силами, переданы на аутсорсинг, исходя из следующего. Основной уставной деятельностью медицинского учреждения является оказание медицинской помощи населению Тульской области. Нашей главной задачей является именно лечение пациента. Для того, чтобы иметь возможность максимально сосредоточиться на лечебном процессе, учреждению целесообразно свести к минимуму деятельность в иных сферах, кроме медицины. Имеющийся опыт внедрения аутсорсинга в нашем учреждении доказал свою эффективность как экономическую, так и трудозатратную. Нам не приходится дополнительно расширять административный штат, закупать оборудование, необходимое для выполнения данных услуг собственными силами, отвлекаться на непрофильные для нас сферы деятельности. Проанализировав данный опыт, учреждение пришло к выводу о целесообразности перевода на аутсорсинг и приготовления питания для пациентов. Следует отметить, что мы приняли решение о переходе на аутсорсинг питания именно с сохранением существующей системы организации приготовления и доставки пищи в отделение. Услуги будут оказываться на наших пищеблоках, в тех же условиях, тем же способом приготовления и доставки, сохранением должного температурного режима и органолептических показателей блюд. Безусловно, со стороны заказчика будет осуществляться самый жесткий контроль качества оказания данных услуг как собственными силами, так и с привлечением экспертов.